Командир, а в чем дело? Я же вроде ничего не нарушал. Не нарушали? Но ехать дальше нельзя. А почему нельзя? Карантин по вирусу, грипп. Поселок закрыт для въезда и выезда. Грипп, да? А что ж делать? Не обязательно надо в поселок. Мне вот так вот позарез надо. От елки-палки. Командир, может, я повязку какую-нибудь марлевую напялю или что там положено? Но вы обязательно должны меня пропустить. Не имею права. Приказ есть приказ. И потом вы сами должны понимать. Это для вашей безопасности. Думать, у меня есть приятно вот так вот стоять, мерзнуть. Приказ, да? А что же вы тогда вот этот джип черный пропустили? Значит, одним можно, а другим нельзя. Что, их вирус не возьмет? Почему же? Их возьмет. Просто их? Ну, как вам сказать? Ну, их не жалко. Извините, служба.